Стать банкротом стало проще. Какова суть новых правил? Почему может подорожать мороженое? На какие цели копят деньги банковские вкладчики? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите «Новости экономики» в студии Нина Гуринова. Здравствуйте. Объявить себя банкротом граждане теперь могут бесплатно и без суда. Новые упрощенные правила вступили в силу с 1 сентября. Это очень актуально в условиях коронакризиса, когда растет безработица и люди не могут платить по кредитам. Однако не все должники могут воспользоваться внесудебным банкротством. Во-первых, долг должен быть не более 500 тысяч рублей без учета штрафов и пений. У гражданина не должно быть имущества для погашения долга. В отличие от банкротства через суд, по внесудебному варианту должнику не нужно будет собирать справки и документы, привлекать финансового управляющего и платить ему за работу. По новому закону должник может подать заявление о несостоятельности в МФЦ. МФЦ в течение одного рабочего дня проверит, завершено ли в отношении гражданина исполнительное производство, после чего в течение трех рабочих дней включают сведения о возбуждении процедуры несудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также на уплату обязательных платежей. Одновременно прекращается начисление штрафов, пений, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Внесудебное банкротство гражданина длится 6 месяцев, после чего долги гражданина будут списаны. Отметим, что пандемия привела к значительному росту числа банкротств в Татарстане. За первое полугодие несостоятельными были признаны 1119 жителей республики, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 52% больше по сравнению с прошлогодними данными. Большинство потенциальных банкротов – это не злостные неплательщики, а те люди, которые попали в сложную ситуацию из-за коронакризиса. Например, кто-то взял кредитную карту или микрозайм под большие проценты, но в связи с потерей работы не смог расплатиться по долгам. Треть банковских вкладчиков формируют накопления на всякий случай, а не с какой-либо целью. В основном же граждане открывают вклады, счета или дебетовые карты для получения стабильного дополнительного дохода. Чем старше человек, тем вероятнее, что он выберет именно такую финансовую стратегию. Таковы данные исследования РГС-банка. Согласно опросу, каждый третий россиянин откладывает деньги на отпуск, а каждый пятый стремится приобрести недвижимость или сделать ремонт. 19% вкладчиков хотят обеспечить себе дополнительную финансовую поддержку на пенсии, а 18% планируют купить автомобиль. Коронакризис серьезно отразился на покупательской способности и финансовой стратегии россиян. А многие, как и прежде, предпочитают использовать вклады как сберегательный инструмент. При этом наблюдается переток части депозитов в накопительные счета, предполагающие более привлекательные ставки. В любом случае, все это влияет на стратегию накопления. Сейчас это выжидательная позиция и поиск новых инструментов для сбережения и инвестирования. Клиенты банков по возможности стараются использовать накопления для создания финансовой подушки безопасности, получения дополнительного дохода с целью поддержания привычного уровня жизни и формирование сбережений на крупные покупки в будущем, например, автомобиля. Мороженое может подорожать на 20-30%. Причина этого – возможное введение обязательной маркировки в следующем году. Пока данный закон находится на стадии обсуждения, но Союз мороженщиков страны уже обратился к правительству с просьбой исключить из списка товаров для маркировки мороженое весом до 100 граммов, так как это потребует больших затрат по переоборудованию производственных линий для печати кодов. Один из татарстанских производителей мороженого заявил РБК, что введение маркировки нецелесообразно. Доля контрафактной продукции на рынке мороженого из-за особых условий производства и хранения стремится к нулю. Особенно это касается продукции весом менее 100 граммов. Это были новости экономики. До встречи.